желаю. Макс Вехал, будь успехом. Сегодня 9 апреля 2018 года. Сейчас пакую вот эти диски. Slayer, Slayer, Creator, Tiamat, Death на фону. И подарок. Вот подарок. Подарок, два диска. Так. Вот, и в подарок вот это, и еще так вот возьмем. Так сказать. А, играет это моя музыка, диджей Колдун проект. Вот. Вот. Пока все сюда поместилось. Песня посвящается, моя пародия на вокал, это слово, депрессив black metal, там, Бетула, Эрих, на Эрих, и же с ними, я такой вокал что-то, это пародия, да, это вообще проект пародия на Ахумада Грануху и вообще. То есть и клипы я снимал тоже как пародия. Сегодня я шел, кстати, по городу и какие-то стыкухи шли, увидели меня, сказали, что я пидор, блядь. Что я пидор, блядь. Я бы с удовольствием выебал бы. Но увидели меня клип. Я вообще банковая личность известная, блядь. И они подумали, что только пидоры снимаются в таких клипах. Вот лохи, я, блядь. Сука, бычки, блядь, конченые. Ебать вас надо, сука. И все, во все дыры. Это твой сын будет пидором, поняла? Ты, блядь, что будешь смотреть вот это видео, знаешь, что твой сын будет пидор. Все. Вот ты сказала на меня пидор, значит, твой сын будет пидор. Вот такие дела.
У меня сын есть, блядь. Живет в другой стране. Так что, блядь, у пидора, по-моему, детей нету, блядь. Все. Запаковано. Всем успеха желает Макс Свехов. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и учись мастер-классы и продолжу по упаковке. Как упаковать, чтобы товар доехал, не разбился и не треснул. Все, пока-пока. Кстати, мои диски тоже покупай. Держи колбу. Сейчас покажу, что я тебя не обманываю. Сейчас, секунду. Этот диск тот, что играет. Вот он, смотри. Вышел на московском лейбле. Вот смотри, видишь, вот. Диджей колдун. Лайк бороду, дизлайк ребро. Вот тут песни знаменитые. Главнее всего штука баксов в кармане джинсов у меня. Говно течет по жилам, кровь болит в очке. И короче, т.д. Тут здесь классные потроши соседи, пусть горят в аду. О! Рясы носит пидорасы, пидорасы носят рясы. О! Вот я, кстати, да, вот лейбл, Кульминес Рекордс, московский лейбл, вот диск, продается по 8 евро, на Дискоксе, так что, вот обложечка какая, смотри, вот, видишь, лейбл, Кульминес Рекордс, вот. Так что никто не брешет, никто ничего. Уже издан этот диск. Все, желаю успехов тебе, Макс Свехов. Пока-пока.